Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня, наверное, видео из серии мотивашек. Из серии мотивашек, потому что часто слышу от людей, особенно сейчас, что устал, не получается, что делаю, предпринимаю очень много действий, попыток разных, да, результат совсем не тот, который хочется. И зачастую появляется вопрос, а то ли я вообще делаю, и вообще что делать, и нужно ли делать, потому что раньше я вроде бы как делал меньше, а результат, может быть, был даже лучше. А вот сейчас совсем что-то не то. Я прекрасно понимаю, как обидно иногда бывает, потому что такие состояния есть абсолютно у каждого человека, когда ты действительно очень сильно стараешься, когда много предпринимаешь различных действий, попыток, и получается не всегда. Но у меня по этому поводу есть как бы свое мнение, свой опыт, которым я хочу с вами поделиться. Ну и, возможно, дать вам такой мощный пиночек для того, чтобы все-таки вам не становилось грустно, и вы не думали о том, что жизнь какая-то плохая штука. На самом деле, представьте себе, что когда мы с вами имеем какую-то задачу и цель, мы видим ее перед глазами, мы, собственно, понимаем, куда нам нужно двигаться. Ну, к примеру, мы с вами находимся в Киеве, и нам нужно добраться там в Одессу. У нас есть карта, мы знаем, куда идти, мы понимаем, что нам нужно, даже не идти, а ехать, и мы начинаем с вами движение. Естественно, что в своей голове мы понимаем, где есть Одесса, мы, может быть, даже видим это на карте, но глазами мы это увидеть не способны. И когда мы начинаем ехать, возможно, мы съезжаем с пути, возможно, у нас какие-то там у нас ломается машина или еще что-нибудь происходит. Но бывают абсолютно разные ситуации, точно так же, как и в жизни, когда вы намечаете свою цель, начинаете двигаться, считаете, что вы доедете, да, достигнете этой цели за какой-то конкретный промежуток времени, но начинают случаться различные обстоятельства, которые, собственно, мешают вам это сделать. И вот когда вы, собственно, двигаетесь именно в направлении города, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то, какая-то возможность того, что вы не доберетесь, если вы постоянно двигаетесь? То есть, если вы двигаетесь по направлению к Одессе, какими бы дорогами вы туда ни ехали, вы все равно туда приедете. Если это есть ваша цель, у вас есть машина, да, и вы находитесь в движении, даже если у вас нету машины, можно все равно это сделать, да, какими-то другими способами. Естественно, что вы туда доберетесь. Могут быть только разница в том, когда вы это сделаете, да, сколько времени вам для этого понадобится, насколько удобен будет этот путь. То есть он может быть очень комфортным и быстрым, а может быть совершенно другим. Но по сути вы все равно туда доберетесь, потому что имеете такую цель и знаете, куда вы следуете. В бизнесе все точно так же, на самом деле. Когда мы начинаем двигаться, у нас начинают происходить какие-то ситуации, которых мы не предполагали, не ждали. Когда просто мы сбиваемся с дороги, да, идем не по тому пути, но все равно следуем направлении, да, выбирая, возможно, какие-то сложные или делая нечто не то, мы очень часто начинаем так сильно расстраиваться, что останавливаемся где-то, иногда достаточно на большом расстоянии от своей цели, да, ну, есть такие люди, которые сделали 3 шага и вдруг очень сильно расстроились, что они за 3 минуты не попали в Одессу, да, то есть это называются фантазеры, люди, которые любят обманывать себя. Конечно же, большинство из нас останавливается где-то очень близко, мы устаем, возможно, до каких-то там за 100 метров до своей победы, по-разному это происходит, и я хочу, чтобы вы на этом примере поняли только одно, что невозможно не добраться, не достигнуть своей цели, если вы на самом деле к ней следуете. Просто есть ряд вопросов и причин, которые связаны именно с погодными условиями, с настроениями, в нашем случае часто в бизнесе, да, с политической ситуацией, с экономической ситуацией, но так или иначе, если у вас есть цель, и вы к ней двигаетесь, и вы не останавливаетесь, и вы не позволяете себе раскисать, и вы не говорите «все к черту, ничего не получилось, ничего делать не буду», вы в любом случае достигнете того, что вы перед собой поставили. Помните об этом. Помните об этом в те минуты, когда вам хочется все послать подальше. Помните об этом тогда, когда не получилось в очередной раз. Каждое наше «не получилось» — это шаг к тому, чтобы получилось. Позвольте себе проиграть в жизни все свои «не получилось». Относитесь к этому так, как будто бы есть какое-то количество неудач, которые вам нужно просто пережить. Вот мы не знаем, какое это число, но с каждым вот этим моментом, который у вас не получается, помните о том, что они скоро закончатся. И когда они закончатся, начнется именно то, что получится. И очень обидно, если вы не дотерпите совсем чуть-чуть. Не нужно относиться к этому как к трагедии. Относитесь
относитесь к этому просто как к своему пути. Наслаждайтесь, в конце концов. Поверьте, что иногда, возможно, там, спустя какое-то время вы будете с удовольствием вспоминать об этих временах. Ну, может быть, немножко с ужасным удовольствием, думая, слава богу, что все это прошло. Но все-таки, ребят, не раскисайте, двигайтесь, двигайтесь и двигайтесь. Это так важно. Так важно идти, следовать и, собственно, жить каждый день и наслаждаться своими достижениями, победами и даже тем, что не получилось, тоже наслаждаться. Позвольте себе совершать ошибки и не останавливайтесь. Просто идите и достигайте той цели, которую вы перед собой поставили. Если вы что-то решили, если вы пообещали себе, достигните этого. У вас обязательно получится. Вы обязательно приедете туда, куда решили. Главное не останавливаться. С вами была я, Оля Ермилова. Подписывайтесь на мой канал. Сегодняшнее видео совсем не о бизнесе, но, возможно, именно сегодня это видео для вас окажется более важным и ключевым. Всем пока, удачи!